Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy A51. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне перейти в безопасный режим. Итак, для начала вам нужно нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Сначала уменьшение громкости, так резко нужно нажать, потом питание. Нажать и удерживать кнопку выключения. У вас появится вот такой вот значок. И нажимаете безопасный режим. Теперь осталось подождать, пока телефон в этом режиме загрузится. Ну вот и все, наш телефон загрузился в безопасном режиме. Как мы видим, приложения здесь не работают, да, сторонние только работают стандартные приложения, предустановленные на телефоне. Это как раз таки и делает безопасность, то есть приложения вредоносные в этом режиме не работают, и отсюда вы их можете спокойно удалить. Так, для того, чтобы войти опять в нормальный режим, нажимаете опять-таки кнопку уменьшения громкости и блокировки и держим. Нажимаем перезагрузить и перезагрузить. Ну вот и замечательно, наш телефон включился в обычном режиме. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.